Завершается краевая благотворительная акция «Елка желаний». В универсаме «Копилка» в станице Северска установлена елка, на которой размещены открытки, снегири с пожеланиями детей, находящимися на лечении в больницах или из малообеспеченных семей. Все желающие могли купить подарок и передать волонтеру. Принял участие в благотворительной акции и глава района Адам Джарим. Уважаемые жители Северского района, дорогие друзья, мы накануне Нового года 2020 года. Каждый год в нашем районе проходит акция «Елочка желаний», где каждый желающий может приобрести, значит, подарки для наших детей. Призываю не проходить мимо, потому что каждый ребенок ждет этого чуда. Пожалуйста, примите участие в этой акции. Хочу всех жителей нашего района поздравить с наступающим Новым годом, с Рождеством. Пожелать всем здоровья крепкого, благополучия, семейного счастья. Пусть все, что вы задумаете под Новый год, сбудется. Тепла вам, уюта, мира и достатка. С наступающим!